А вот здесь за Московска украинский. Вот как в России, объясните мне, Московска украинский, 1918 год издания. Московско украинский. Галичина. Белорусский, видите, белорусский. Киевщина. Гетманщина. Вау. Какой-то маршрут, видите, кто-то писал. Так, тут что еще у нас есть? Тут у нас Донеччина. Донеччина. А это что? Кубанщина. Кубанщина, Донеччина. Украинская Народная Республика. Карта на Украинской Народной Республике. А, дорога была на Курск, видите? Человек выстраивал себе, как доехать из пункта А в пункт Б. Так, ну вот у нас здесь московско-украинский термин. Интересно, да? Карта Украины Народной Республики. Интересно, что на месте Беларуси написано Беларусини, а на месте России Москали. Это сейчас слово «москаль» считается оскорбительным. В те времена это было обычно этнонимом, название народа, как поляк или француз. Украинцы тогда еще не очень употребляли название России, не только в быту, а на официальном уровне. Ведь Русью издавна считали именно Украину. Видите? Русью считали именно Украину. А у русских традиционно господствовал противоположный взгляд «Россия, Русь». На официальном уровне, ведь Русью издавна считали именно Украину.